Уроки физкультуры в просторном светлом зале, как разрядка. Ученики местной школы в дневные часы занимаются в спортивном комплексе. Со школой он находится в социальном партнерстве. Спорт в горках вторых жители любят. Загрузка объекта до 700 человек до позднего вечера. Возраст посетителей от 0 и старше. Для участников программы «Активное долголетие» и в расписании бассейна и фитнес-зала ввели счастливые часы. Вся информация в интернете в изобилии присутствует. Поэтому. Ну и, соответственно, на стендах. То есть местное население, естественно, узнает больше стендами, которые по территории расположены. Еще в 2018 году комплекс имел плачевный вид. Старый паркет, темные стены и низкие потолки. Программа планового ремонта, рассчитанная на 3 года, реализуется силами местной администрации. Сейчас в бассейне комплекса, например, проведена облицовка водосборного лотка и облицовка пластиком резервной аварийной чаши. Отремонтировано оборудование водоподготовки. В тренажерном зале заменили напольное покрытие, демонтировали подвесной потолок, заменили поврежденные стеклопакеты. В коридорах комплекса отремонтировали лестничные марши, входную группу. В скором времени изменения коснутся и прилегающей территории комплекса. Есть планы создания полноценного воркаута, еще уличной площадки, возможно, тоже для мини-футбола, для теннисной столы можем поставить, так как территория позволяет. Здесь есть вот неиспользуемая никем детская площадка, мы хотим перенести эту площадь, занять больше под спорт, чтобы хорошую летнюю погоду можно было здесь проводить свое время. Для комплекса закупили спортивный инвентарь, технику и мебель. На 2020 год запланирован ремонт душевых раздевалок, ремонт системы фильтрации и обновление коммуникаций и освещения. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».